Фестиваль «Звездное лето» – это дружеская встреча ребят. Здесь нет победителей и проигравших. Все участники получают подарки. Каждая команда представляет свой лагерь, свою школу. Мальчишки и девчонки за 5 минут успевают рассказать о том, каким интересным было для них время, которое они провели в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Сегодняшний день – это, конечно, счастье. Солнце. Мы недаром сделали на нашей сцене большое, огромное солнце, чтобы оно светило всем детям, чтобы у них еще были 2 месяца радости от лета. Ну и желаю им, чтобы они с новыми силами приступили к началу следующего года. Стихи, песни, танцы, театральные миниатюры – все это прошло под громкие аплодисменты зрителей. Детям в этот день немного грустно. Пришло время прощаться с вожатыми и друзьями. Теперь они встретятся только 1 сентября. А пока ребята делятся впечатлениями о первом месяце лета. Мы играли в разные игры. В догонялки, в прятки, в стоп-землю. Еще в разные... на разные мероприятия, например, в бассейн, или в боулинг, или в кино. Мне очень понравился лагерь «Солнечный». Мы играли, ездили на разные экскурсии, в океанариум, ходили в кино, в музеи, проводили мастер-классы, были... аквагримы. Мне очень тут понравилось. Дружба, доброта, взаимовыручка – всему этому ребята научились за время, проведенное в детском лагере. А еще они узнали много полезной информации, побывали на экскурсиях в полиции, пожарной части. Теперь они знают все о правилах безопасности. Самым активным участникам всех мероприятий смены в лагере «Солнечный» были вручены грамоты. Каникулы продолжаются, и впереди у ребят много интересных встреч, поездок и приключений. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».